Приветствую вас. Я думаю, что историю, которую вы описываете, можно разбить на две части. Первая часть – это то, что парень, о котором вы говорите, является бывшим или не бывшим, не очень понятно из вашего текста, мужчиной вашей бывшей подруги. То есть, конечно, вступать в отношения с кем-то, если он до сих пор отношения свои не завершил, да, не есть что-то хорошее. Это безусловно. Тут даже не обсуждать. Но если он не в отношениях с ней, если он все-таки уже один, то, соответственно, я полагаю, что либо вас останавливает отсутствие чувств, либо то, что он парень бывшей подруги. И здесь, возможно, стоит обратить внимание на то, как вы восприняли окончание дружбы с бывшей подругой своей. Не слишком ли вы, например, на нее обиделись, не слишком ли вы привязаны к ней? Или, может быть, вы вообще к ней не привязаны сейчас? То есть это все вот нужно прояснить в любом случае. Дальше. Следующий аспект заключается в том, что с молодым человеком, да, вам, во-первых, здесь бросается в глаза, что вы называете его мальчиком. Очень сильно бросается в глаза. Как бы за этим не стояло обесценивание его, ну, обесценивание именно человека. Если это так, то в этом нет ничего хорошего. Абсолютно для вас. Если это не так, то если это просто оборот речи, ну, в таком случае хорошо. Но, как правило, за этим стоит некое обесценивание. Да, то есть вы девушка, а он типа мальчик. Ну, почему мальчик-то? Да, то есть мужчина. Вот. Или вы не воспринимаете его всерьез. А если не воспринимаете, то, соответственно, по какой причине? Вот. По какой причине вы не воспринимаете его всерьез? Это вот нужно выяснять. Понятно, да? О чем идет речь? Дальше. Собственно, с самим молодым человеком вам желательно быть максимально искренним. То есть просто с ним поговорить и сказать ему, как обстоят дела с вашими чувствами, чтобы он зря не надеялся, если он надеется. Ну, это может быть, очень может быть, что он надеется, то, что вы обидите ему взаимностью. Вот, если вы хотите с ним сохранить дружбу, то лучше будет, если вы все-таки будете с ним честны. Другое дело, что вас тревожит то, что говорят другие. То есть говорят, что как так-то, ты ничего не предпринимаешь, не замечаешь. И вот здесь появляется вопрос, а насколько
ваша личная жизнь является закрытой для других людей? И является ли закрытой? Потому что несколько странно, что вы описываете, как вам все говорят, ваша личная жизнь, только ваша, ничья больше. И у этой личной жизни должны быть четкие границы. Ну, желательно, чтобы были четкие границы, потому что иначе будет сложно, иначе будет тяжело. Если границ нет, значит, с ними нужно работать. И, возможно, неуверенность в себе. То есть неуверенность в себе как в социальном аспекте, то есть какой я социальный индивид, так и неуверенность в себе в аспекте гендерном, какая я женщина по поведению. Во всех этих моментах я мог бы, ну, не только я, но в данном случае я говорю про себя, я мог бы вам помочь. Но вы можете также обратиться и к любому из наших экспертов и проконсультироваться у них по данному вопросу и по данной проблеме, по данному направлению. Вот. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.